и вновь вас приветствует канал «Это не диалоги о рыбалке». Кто-то интересовался, жив ли голый кот? Кто поинтересовался? Голый кот жив. Он пережил зиму. Что мы будем готовить? Что мы будем готовить? Ты же говори. Утку. Не в яблоках. Не в яблоках? Нет. А в чем? В огурцах. В огурцах? Я такой еще не ел. Наверное, никто не ел. Утку в горшочке. В горшочке. В горшке? Ой. В большом горшке. В большом горшке. Запустите еще пиццей. Так. Что делаем так? Сейчас, подожди. Короче, берем чего? Две морковки, да? Две луковицы. Одна помидыня. Что еще? Сейчас, подожди, сначала надо курицу обжарить. Сначала разогреваем масло. До надежной температуры, да? Да. Угу. Масло у нас какое? Не Мопсик. Кук, Хёни Бёржел или как его там? Мопсик. Хрен его знает. Мопсик. Просто масло. Иди ешь. Худел маленечко. Экстра вёржен. Нету. Это видите, что-то новый сорт какой-то купил. Аппетитное. Не мурхлис никакое. Надо же. Так. Пока греется. Ты нафига ему тут наложил-то? Надо ножик хороший. Будем чистить. Пока у нас там греет. Так оно уже шипеть начинает. Так, а что? Пойдем уже на морковке и почистим. Почему? Почему нет? Так уж и быть. Так. Ошкуряем морку. Ну, память об Анапе. Представляешь? Света привозил? Да, пока Света не видит. Ошкуряем. Як на морковке шкуренка залупилась. Ножик-то. Только пальцем не отрезать. А морковку духи назло все-таки. Посмотрим, как он не ест морковку, да? Ну, куда он нафиг денется? Будет хавать морковку, куда он денется? Я в последнее время вообще не замечаю, чтобы он ее не ел. Как кролик кушать будет. Да, ты замечаешь, чтобы он ее не ел? Да, ушкурили морковку. Что ушкуряем дальше? Лук. Лук. Сегодня не наплакался. Ну, поплачь, значит, еще. Мурзик, это ты что там на этот доширак перешел? Мурзик! Непонятный. Щука лежит, он, блядь, кириешки хавает. Охренел, что ли, гурман, блядь? Да он уже ходить скоро не сможет. Ты говори, два лука. Два лука? Да. Два морковка, два лука. Один помидор. Два морковка и два лука. И один помидорка. Один лук. Мурзик! Мурзик! Ну ты что совсем? Полукольцами? Да. Больше не надо? Нет. Отличный выбор нарезки. Что? Отличный выбор нарезки. Сковородочка шкварчит. Что, она нагрелась? Ну да, шкварчит. Нет. Наверное, еще. Видишь, нагрелась. Это мы чего выложим? Утка. Без яблоков.
Просто утка. Весенняя жирная утка. Без яблока. А ну что, мы ее в яблоках никогда не делали. Вся не лезет. Конечно нет. Сердечки, да? Угу. Конечно не лезет. Ну на суп оставьте. Кого? Как раз еще на одну сковородку. Да ну какой суп будет? Да, сразу так затушим. Там по утке-то значит это. А, ну нормально будет, в принципе. Меня сегодня качает. Волна навеет, Енисея. Видишь, как дует? Это что-то я устал сегодня. Я тебе говорю, дует. Вот. Вон, смотри. Да дует, дует. Вон мешки носит. Я ж только что пришла, я знаю, что дует. Собаки. Дует неплохо, сильно дует даже. Чё? Сильно дует. Будем жарить? Да. Сначала надо, чтобы нагрелась сковородка. Или сразу же? Сразу кинем. Сразу кинем. Прям все. Да, морковку сейчас еще порежем. Может, позвоним этой Юле Высоцкой, спросим, что делать дальше. Морковка такая деревянная. А ты думал, ее зимой растили китайцы. И что, привезли сюда, что ли, нормальную морковку? Ну фига цена, да? Была 290. Стало? 60 рублей. Зима, весна. На следующий год будет за 300. За 320. Не оранжевая, а серая. Угу. Ну и так там в севере черная. Ну, говорит, выбирай. Коробку дала. Так. Че, Музик? На улицу пошли. 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 Он пошли. Не хочет. Музик. Он не хочет. Музик. Да я тебе говорю, давай. Он не хочет, не заставляй его. Иди. Морковь сковороду. Сколько жарим до готовности? Маленько размахнем. И все. Не до золотистой. Нет. Так. Уточка уже прикольно пахнет. Морковочка пахнет, еще не шипит. Делаем. Рановато что? Помешает рановато. Сколько жарим? Минут 20. Да, ну, 15. Наверное. Откуда я знаю? Все на глаз. Че себе жира. Смотри, сколько жира у меня. Только весеннее. Нагуляла где-то, видать. Ох, подскорчик. Начало. Угу. Разогревается. Берем пол ведра картошки. Картошка у нас египетская, да? Да. Своей у нас нет. В Египет съездили. Вырастет, может, когда-нибудь. А может, не урожай, может, не вырастет. Интересно, в этом году когда картошку-то посадят? 20 июля. Июля? Угу.
У нее сорт. Же к юдиной надо. У нее сорт египетский или что? Египетская, в Египте Да ну нафиг. Вырастили ее в Египте и вывели сорт. А, ну сорт вывели. Ну. Но не растят же ее в Египте. Ну, конечно, нет. Но. Ее в Красноярске, наверное, китайцы растят. Ну, как всегда. Не дальше. Чистенькая, видишь, беленькая. Ну, это мне ее щеточкой помыли. Желтенькая. Зубной. Насколько помешать? Давай. Я сам могу помешать. Надо вот это перевернуть, наверное. Правильно? Да. Ты, может, такими темпами научишься готовить, да? Ну, вот это я не знаю. Давай я буду мешать. Переворот на сколько? На 180? На 180, ну. А, вкусно пахнет. Смотри, сколько зерка сутки так. Угу. Лопата, кстати, неудобная. А ты посолила? А вот. Или ты в горшке солил? Я все. Как обычно, не соленая, да? Угу. Чем-то нам не везет. Я откуда знаю. Короче, две берем большие утки и жарим обе утки. Да? Угу. И все, целиком. Без жопка. Они же небольшие. Ну, нормальные утки. На 4 части. На 6. Смотри, какая картошка. Картошка большая. Иначе на 6, да? Да. Вертим еще раз. Прям до румяной курочки, да? Да. И ты вообще ее не солила? Нет. Будем прям в горшке это посолить. Ну, могу посолить. Если ты хочешь. Ну, потому что она в горшке не просолится. Я так думаю. Это снимаем. Выключаем. Это снимаем? Выключаем. До конца не готовим прямо, да? Ну. Вот чуть-чуть и все, да? Все, сейчас дожарится пока остынет. Так. Что будешь посолить? Конечно. Так. Близко. Я говорю, воды горячей у нас нет. Ну теперь, конечно, нет, ее все лето теперь не будет. Это холодная полоснула? Да. А почему холодная? Потому что у нас горячей нет. Ну, получается, где-то так. А за отопление дерут в три дуги ногу. Бы выстрогал лопату в хули деревянную. Как лисом типа жрать накладывает. Лисом в лопату деревянную жрать накладывает. Да. Длинная такая лопата. Чернобурок когда держали. Курицу когда делали целиком это запихивали. Я сейчас все в масле будет. Угу. Закладываем остатки уточки. Ай, которая брызгается. Это уже кухонный экстрим. Все? Да. И обжарим как первую партию, да? Да. Большой стесняется. Караси. Закладываем остаточки утки.
все с Заруном эту утку укатала. Ну, оно, я думаю, это устоит. Все брызгает в разные стороны. Ну, хорошо, хоть не летает. Так, утка покладина. Что делаем дальше? Картошку покладина. Закладываем картофанчик. Сколько это примерно? 2,5 килограмма, да, картошки? Он у нас большой. Чего? Чё? Мы всего 2 килограмма купили. 3 мы брали. А, 3. 2,5 почистили. 2. Не знаю, сколько почистили. Сколько у нас горшок от литров? Понятия не имею. 3 с чем-то же. Наверное. Очень хороший горшок. Офигенный горшок. Потому что мне его на день рождения покупали, да? Да. Так кто-то тебе его подарил. Да, мне его подарили. Спасибо вам за подарок. Подарок еще работает, не разбили. Так, что, все, больше не будем же чистить? Нет, картошки, все, не будем. Или будем? Я не знаю. Может, еще парочку? Мы же столько не съедим. Почему? Досыпали еще одну большую египетскую картошку. И больше нам не надо, да? Нет, конечно. А горшочек вари, горшочек. Горшочек вари. Горшочек не вари. Ты что делаешь такое? Вот это я туда вылил. Ты жир с утки вылил туда, в морковку? Да. Ну и нормально, что? Капец, все. Да, ты пролила? Да. Она тяжелая будет. В смысле, горячая. В смысле, я понимаю, что она горячая. Взяли нашу убитую сковородку, высыпали все с нее в горшочек. Самая отличная сковородка, какая убитая. Не, самая классная сковородка. Да-да. Такой больше не найдете. Точно. Заложили сверху, но это мало, слушай. Я думаю, что-то еще надо сыпать. Нет, туда. Нет, это нормально. Мы всегда столько же делаем. Сыпем соли, да? Да. Соли определенно на глаз. Ну, ее постоянно мало. Ее постоянно мало. Вот ты сейчас даже мало насыпала. В этом горшочке ее постоянно мало. Так ты ее сейчас, потому что мало насыпала. Мы ее приправу берем, сыпем. А тут берем приправу. Да, универсальная. Универсальная. Насыпем туда. Короче, мы все насыпем. Как обычно, да? Лишь бы вкус утки не испортить. Не испортить. Утку ничем не испортишь. Приправа от Хрулевых. Приправа от Хрулевых. Вкуснятина очень хорошая такая. Да, очень хорошо дополняет блюдо. Блин, а запах от этой приправы вообще обалденный. Очень вкусный. Очень. Так. Блин, я бы сейчас прям сырым бы ел. Чего не дают, видишь? Это сейчас что ты делаешь? Заливаем водичку. Сколько? Пол-литра. Нальем. Это пол-литровая же кружка? Да ну пол-литровая. А, скольки? Ну 400 грамм. 300 мне. 400. Кось, я откуда знаю, сколько она грамм? Я не буду мерить, я же вижу. Это мало совсем. Нет, ну, видишь воды? Лей еще. Две, я же тебе говорю. Ну, значит, соли однозначно будет мало. Нормально будет. Да приправишь. Ну-ка, смотри. Все нормально, я уже знаю. Мало. Кого? Нет. Нет. Вон сколько. Ну. Не мало? Нет. Еще картошка даст. Вот, видишь? Ну, вижу. Все. Короче, налили мы 750 грамм воды еще на 3-литровую кастрюльку. Мешать-то не надо ничего. Нет, конечно. Укроп сразу сыпишь? Да. Можно потом сыпать. Так ты сразу будешь сыпать или потом? Потом. Укроп насыпем потом. Так. Да?
Еще долила, никому не сказала. Это секрет был. Все. Отправляем в духовку. Запихаем ее в духовку. Включаем. На сколько градусов? 200? 300? 180. 180. Чтобы потихоньку разогревалось, да? Пока все. На сколько мы включили? Чего? На сколько времени там мы включили? На час. На час? На. Ножик. Целый час будем ждать? Давай. Ножик. Будем ждать целый час. Я пошла. Вот теперь горшочек вари. Даже никто и не подозревает, что я тут творю. А я хочу заглянуть в духовку и понюхать, что там. Запах утки. Вкуснятина. Стопудово. Прошло сколько у нас? Полчаса? Час. Час? Да. Уже так быстро? Да. Вижу, отойди-ка отсюда. Что мы делать-то сейчас будем? Сейчас посмотрим, что там делается. О, там все красиво пекется. Еще рано, да? Угу. Бульона мало, мне кажется. Как мало-то? Ну, я тебе говорю, мало. Ну, да. Есть? Конечно, есть. Можно еще чуть-чуть добавить. Угу. Тут добавляем что? Укропчик? Укропчик. Укромнопчик. Угу. Все? Много не сыплю. Да не сыплю я много. Ты кого учить-то будешь? Тебя. Не надо меня учить. Давай я тебя Леша у нас уже пришел на ужин. Это ночник. Ночник. А, ну да, перед ночник. И горшочек на ночник похож, да? О, что я сделал? Ты меня заговорил. Что, ты лаврушку кинула? А что еще? Что еще надо? Не надо крышкой закрывать, потому что. Почему? Потому что не надо. Мама, вытащи мне семечки. Тихо ты, Витя. На сколько теперь еще? На полчаса. Без крышки? Да. Полчаса, он сказал полчаса. Я ему сказал в 10. Я и пошел в 15. Ну ты что? Гроза. Ва, нифига, шипит прям. Думаешь, точно готово? Конечно. 100%? Да. Ну все, надо раскладывать и кушать, да? Угу. Утка в картошках. Видите, как мешки лепят. Бедного аппетита.